Всех приветствую. Продолжаем путешествие по книге «Великий музей мира», где представлено описание работ. Андрей де Тулуз-Лотрек. Умулен-Руж. Танец. 1890 год. Холст масла 115 на 149. Анри де Тулуз-Лотрек. Французский живописец. Один из ярчайших представителей постимпрессионизма. Мулен-Руж – всемирно известное парижское кабаре. Оно, как только открылось в 1889 году, сразу стало необычайно популярным. Перед зрителем первая картина Тулуз-Лотрека и последовавшие затем серии работ на сюжеты из жизни заведения. Мастера на полном основании можно назвать певцом Мулен-Руж. Вдохновение в драпированных бархатом стенах этого кабаре искали самые известные поэты, художники и композиторы. Так на холстах Тулуз-Лотрека можно узнать не только его самого, но и знаменитости того времени. Влияние его полотен очевидно в произведениях других творцов – Пьера Монара, Пабло Пикассо. Этот шедевр демонстрирует тонкую наблюдательность живописца и его склонность к заостренности, почти карикатурности образов. В нем мастер впервые обращается к теме ночной жизни большого города. В кабаре бывали все – послы, политики, судьи, богатейшие промышленники и дети самых древних аристократических семей, а еще бездомные, воры, кокотки и простые рабочие. Композиция картины построена так, что внимание зрителя приковывает танцующая пара в центре. Известно, что здесь запечатлен танцор Жюль Ренадин, прозванный Фонтен Бескостный. По утрам он работал слугой в маленьком кафе, а по вечерам становился героем кабаре. В жизни нелюдимый на сцене Фонтен преображался. Мрачность исчезала, и он поражал пластикой змеи и утонченностью манер. Здесь он изображен обучающим начинающую танцовщицу. Ее движения угловаты и кажутся вульгарными. Фонтен прославился как исполнитель канкана и кадрили. На данном холсте, судя по па, он танцует последний, то есть кадрили. На следующий год после этой картины Лотрек создал афишу с изображением Фонтена для его сольного выступления в Мулен-Руж. Имя художника настолько тесно сплетено с кабаре, что дало основание писателю Пьеру Ламура соединить их в названии своего романа о живописце «Мулен-Руж». Ну так вкратце из книги «Великий музей мира» о работе Анри де Тулуз-Лотрека «Мулен-Руж. Танец». Пока-пока, до свидания.